ящик пограничников. Сутки пограничные наступают в 20:00. Через час начало нашего заступания. Уважаемые ветераны пограничной службы. История пограничников очень богатая. Если вспомнить годы Великой Отечественной войны, то первыми приняли удар пограничники. И несмотря на то, что гитлеровское командование пыталось и планировало уничтожить за 30 минут пограничников на пограничных составах на государственной границе западного направления. Но... Чудо! Ой! 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 Ой!
Уважаемые друзья, слава! Ребята, сюда идите! Уважаемые друзья, уже второй год наш боевой расчет украшает выступление молодых ребят, занимающихся карате. Рашите по поручению от имени военного комиссара Республики Хакасия полковника Максимчука вручить благодарственное письмо и поблагодарить их от всех нас. Спасибо большое. Ну, отечество! Григорий Алексеевич героически погиб 16 июля 1943 года в районе села Теплое Паныровского района Курской области. За совершенный подвиг был представлен званию Героя Советского Союза посмертно. Крылова 100! Я иду по тропе! Нас больше, слава! Я в пыли и пыль, потемнела тележка. Я иду первый раз непривычно тяжелый АКС. И давно на ремне невесомо болтается флешка. Всех пограничников, тех, кто служил, в данный момент служит и будет служить, поздравляю с праздником, с Днем пограничных войск. Вот погранцы пошли практически строевым шагом. И главный шурупей Республики Хакасия и всея Российской Федерации организует прекрасный день для нас. Завтра основной день, с 9 часов сбор возле Вечного Огня. Поздравляю еще раз настоящих пограничников, настоящих мужчин, женщин, которые носили, носят и будут носить эту форму. С праздником, здоровья, благополучия, чтобы все у вас получалось. Научитесь получать удовольствие от маленьких жизненных ситуаций, от летающих бабочек, от погоды прекрасной, от нашей хакасской земли, от всей России. Всем удачи, еще раз всех с праздником. Поздравляю.